достаточно много времени. Есть группа игроков, с которыми надо так себя вести. К сожалению или к счастью, они есть в системе клуба. Вот и все. То есть есть игроки, которые, блядь, свои проблемы несут в процесс. Ну, вот такие, они, их надо изолировать от этого, это нормально. Если, условно говоря, там, вот мы с Саней работали, он приехал с работы на тренировку, он переключается, и он уже в процессе. А есть игроки, которые не умеют переключаться. Ну, есть такая группа игроков. И их надо искусственно вводить в это состояние. К сожалению. У тебя потому нет? Что они прошли систему образования футбола. Я понимаю, что есть игроки, как там Форза, например, там, Клён и так далее. У них свои будни. И мы с ними договариваемся. Они ко мне подходят и говорят, что Марач, там камера, телефон, это все предупреждают. Можешь договориться, прийти, предупредить. Вот и все. Это диалог. Поэтому я за то, чтобы игроки общались. Я им в первую очередь это сказал на презентации. Общайтесь, говорите. Ко мне же пришли капитаны и сказали, что Марач, сбор рано, давай сдвинем. Сдвинули, пожалуйста, вопросов нет. Кушай далеко, все, кушаем ближе. Вопросов нет. Но у тебя нет опасений, то, что команда перегорит? Опасения у тренера есть всегда. Он всегда в чем-то сомневается, и всегда у него нет идеальной формулы. Мы, смотри, хорошо, я приводил этот пример Герману Владимировичу. Условно говоря, Виктор, вас спрошу. Вот тренера мы взяли в команду, да? И по чье-то мнение, что тренер – это таблетка от там, какой-то антибиотик, который спасет. Все, да? Это не так. Если я болею, у меня серьезная болезнь, да, которая, и мне дают таблетку. Я пошел в минус 20, вышел, сижу на морозе, пью эту таблетку, не соблюдаю никакие-то там комплексные меры, я выздоровлю. Ну, выздоровлю, Викторович? Ну, невозможно, мне кажется. Если у меня какая-то иммунка не сумасшедшая, ну, не выздоровеешь ты. Есть комплекс процедур, которые помогут. Таблетка – это хорошо, но надо еще за собой ухаживать, питать.